А эти щенки подходят кому-нибудь? Я не знаю. Ну, к нам-то они явно не подходят. Ну вот, просто случайно ехали, остановились у киоска покормить собачку. Она вот туда подошла. Мы поехали за ней и увидели вот что. При том, что у них тут там норка есть. Мы увидели их норку. Вот там у нее норка, они там живут. Идите сюда, не бойтесь, идите, кушайте давайте. Короче, вот тут барак, частный сектор, и они вот здесь во дворе живут. Хотели поймать, и, ну, как-то, видите, мамка нас выгоняет, а щенки к рукам не идут. Поэтому все, что мы сейчас можем сделать, это их покормить. А, вот, смотри-ка, что. Одна ест вот это. Вот он, пришел, мальчик. Вот он, папа, походу. Ну, короче, да, тут. Вот они все. Вот они, смотри-ка. Да, походу. Мальчик. Я что-то не знаю. Черный мальчик, вот этот, непонятно. Девочка. Девочки, а щенки ручные, нет вот эти? Вы их не берете в руки? Нет, не берем. Мы хотели их сейчас поймать, чтобы пристроить, они убегают от нас. А ты ручная? А это чья-то собачка, да, походу? А, смотри, она хотела взять у меня. Знаете, малыши. Вот мамка какая, дай детям поесть. Да тогда сразу много, в следующий раз приедем. Это вы им там норку выкопали? Нет. Тут дети играют. А там щенки в этой норке спят. Это их дом. А сейчас вот вы пришли, они туда будут побояться выходить. Я обычно, как со школы прихожу, они из-за угла вот так убегают. А, они там где-то живут, да? Да. Ну-ка, пойду я посмотрю, где они там живут. Да не, я вот здесь рядышком пройду. Да не бойтесь, не бойтесь. Малявочки. Малявочки. Значит, там ребятишки норку вырыли. А вы где живете? Давайте проверим, где вы живете. Вон ваша будочка там, смотри-ка. Вон будочка где. Ты, мои хорошие, да что у вас там? Давайте проверим. Не бойся, не бойся. Вот они, походу, там живут под туалетом. Ага, да. Мы нашли. Да все, я только посмотрела, зайка моя. Только посмотрела, все. Вот они бегут в норку свою. Вот, значит, у нас теперь наша работа их отловить и пристроить. Хотя вряд ли они нам дадутся, они потому что дикие. Короче, Юль, они вон там под туалетом живут. Он мне сейчас норку свою показал. Прямо вот там под туалетом. А я даже не знаю, это что, это просто какой-то участок. Не знаю, чейно, не чейно. Тут когда-то здесь что-то было видно, но... Ну, в общем, вот такие вот... Вот такие вот тут собачки. Пойдемте еще кушать. Пойдемте, ну. Идите сюда. Вот так мы находим бездомных животных. Чисто случайно. В следующий раз мы приедем. Ребятишки-то. Вон они, все в тебя. Ну все, побежали они домой. Да, вот так вот у нас дела обстоят. Папик, ты-то почему такой ручной? Ты чей-то, наверное, он какой-то упитанный. Твои ребятишки. Знали, где норка. Надо будет их потом девчонок попросить, чтобы поймали малышей. Бумажку надо стерилизовать.
организовать, иначе такое будет постоянно. Да вы мои хорошие, ну...